Это «Военрук», и мы начинаем. Завтра страна отметит День военно-морского флота. Высокое звание моряк или морской пехотинец ко многому обязывает. И сегодня мы расскажем о тех, кто помнит об этом, достойно воспитывая подрастающее поколение. Прицелились. Смотрим прямо, подбородочки не опускаем. Нашли целик с мушкой. Огонь. Прицеливание. Мы оружие не донесли до глаз. И начинаем опускать, да? Подбородок, голову поднимать, плечи. Оружие подняли высоко. Начинаем подбородок задирать. Ребят, мы стоим, мишень перед вами. Это железка. Не нужно подчиняться ей. Подчините ее себе. Каким образом? Управляйте им. Вы стоите ровно, вы не хотите ни глаза опускать, не подбородок задирать. Смотрите прямо на мишень и просто подносите оружие к глазам. Целик с мушкой ищите именно оружием. И тогда будет точный выстрел. Игорь Рябченко не просто инструктор одного из самарских тиров. Не только эксперт в области практической стрельбы. Игорь Николаевич – ветеран морской пехоты. Служил на Тихом океане в легендарной 55-й дивизии. Оттуда и любовь к оружию, и различным калибрам. Морской пехотинец – это универсальный солдат, и кто бы там что ни говорил, это правда. Я согласен с этим. Морской пехотинец на все руки мастером, что касается военного дела. Я опять заскромничал, да? Ну, я тогда я расскажу, да? Минно-взрывная подготовка, инженерка, плюс к этому морское дело обязательно. Должен уметь грести, должен уметь в крайнем случае все равно разложить парус, найти полярную звезду, как говорится, проложить курс. Но это все мы, связать морской узел, ну и, естественно, конечно же, продемонстрировать свои навыки физической подготовки в случае необходимости. Поэтому да, это морская, в первую очередь. Ну, как там, кто каски сутки не снимал, кого ласкал бронеметалл, кто слышал автоматов трели, ну и далее по тексту. Соединения и части морской пехоты в нашей стране формировались, расформировывались и воссоздавались вновь. И это стало своеобразным индикатором. Так, первые части морской пехоты появились при Петре Великом во время Северной войны. Вновь части морской пехоты начали формироваться в 1939-м, накануне Великой Отечественной. Моряк в тельняшке и без козырки стал одним из символов победы Советского Союза над фашистской Германией. А в 50-х при Хрущеве их вновь расформировали. Поэтому решение создать на базе подразделений морских солдат экспедиционные войска, которые озвучили в 2019-м, стало четвертой или пятой реинкарнацией этого рода сил и о многом сказала людям посвященным. Девиз морской пехоты России – там, где мы, там победа. И это факт. Там, где в бой вступали морпехи, чаша весов неизменно склонялась на их сторону. При этом не следует забывать, вся история русских морских солдат от Гангута до боев за Мариуполь написана кровью. Командир! Первый подъезд горит! С 1967 года морские пехотинцы демонстрировали флаг нашей державы на Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Работать приходилось много. Спасать людей, усмирять террористов и сепаратистов, эвакуировать посольства, а иногда просто показывать взорвавшимся ребятам, кто в доме хозяин. Ангола, Бенин, Вьетнам, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Йемен, Мадагаскар, Мальта, Польша, Сан-Томе, Сирия, Сомали, Эфиопия. Все и не перечислишь. Такой он, славный путь морских солдат только за неполные три десятилетия прошлого века. Одним из живых свидетелей тех славных дел является наш земляк Иван Николаевич Киселев, ветеран морской пехоты и участник событий в Анголе. После того, как прошел курс молодого бойца, попав в подразделение, через полгода стал формироваться боевой отряд
нанесения боевой службы у берегов Африки, в котором мы писали заявление, выбирали нас, проверяли в особом отделе, кого пустили, кого нет. И после этого началось боевое слаживание. В течение 2 месяцев мы занимались только боевой подготовкой. Ну а затем подгрузили нас на состав в эшелон в Печенге и ушли мы в Балтийск. В Балтийске загрузились на корабль «Красную Пресню» и ушли к берегам Африки, сначала в Гвинею, где стояла эскадра Северного флота. После, когда случился попытка переворота в Бенине, нас направили в Бенин для ликвидации последствий. Когда мы пришли в Бенин, все устранилось, все наладилось, а обстановка в Анголе обострилась, и поэтому для защиты посольства нас направили срочно в Анголу. Сколько, получается, в Африке пробыл? 7 месяцев. Свой уникальный опыт Иван Николаевич, как руководитель юноармейского отряда «Орлята», передает детям, и мелочей тут нет. Форма вся советских времен, кроме обуви. Обувь берцы. У нас были сапоги. Для них, у нас начальник штаба Родионов Алексей Борисович, я спросил, можно черную форму? Он сказал, конечно, только на берете мы сделаем кокарду юноармейскую. И здесь вот написали «Орлята», и у нас здесь вот есть вот... Юноармейский шевлон, а остальная форма вся соответствует советскому периоду. И мы сделали штат морской пехоты, черную форму, пуговицы, все. И также гюйс. Это на парадке всегда одевали в морской пехоте гюйс. Поэтому для меня это гордость. Как люди смотрят, что говорят? Есть какая-то реакция у людей? Узнавали, почему такая особенная форма. Мы говорили, что причастны именно к морской пехоте. Поздравляли нас, говорили, что это очень почетно. Даже просили сфотографироваться очень многие. Потому что непривычно для народа. Быть причастным к морской пехоте – это не просто почетно, это еще и невероятная ответственность. Ведь морпех, как сказано выше, это элита вооруженных сил и гордость флота. Поэтому ребята делают все, чтобы не опозорить высокое звание морских солдат юнармии. Чему учишь детей? В первую очередь, чтобы они стали настоящими людьми. И чтобы многие, этих девчонок не касается, они молодцы, но большинство мальчишек, чтобы от улицы убрать, чтобы... Они были чем-то заняты, что-то, какой-то интерес, чтобы у них появился. Морская пехота – это небо, вода и земля. Земля, да. Поэтому морской пехотинец должен знать больше, чем, ну, наверное, без преувеличения, любой другой военнослужащий. Да? Вот как опыт свой передаешь ребятам? Стараюсь, как получится, по ним видать. Находясь на стыке 3 стихий, морпех не имеет права на поражение. Морского пехотинца учат побеждать вопреки всему, вырабатывая при этом настоящий морской характер, который напрочь игнорирует неприятности и попросту отрицает неудачи. Этому могут научить подрастающее поколение самарские ветераны, настоящие морские солдаты России. В учебных лагерях Самарского региона в самом разгаре юноармейская смена. Ребята на практике осваивают навыки, которые в течение учебного года изучали в ходе многочисленных теоретических занятий. Мы выяснили, чему и как учат самарских юноармейцев. Держу! Тяжело в учении, легко в очаге поражения, шутят военные специалисты. Так и юноармейцы. Летом, когда в учебно-оздоровительных лагерях региона активно проходит юноармейская смена, они фактически отдыхают. Ведь здесь, на природе, в комфортных условиях, под руководством опытных инструкторов, будущие защитники Отечества закрепляют на практике те многочисленные навыки, которые во время учебного года изучались лишь теоретически. Одним из них является ориентирование на местности. Навык важный и очень полезный. Ребята, итак, перед вами компас Андрианова. Вот вы его положили, сориентировали направление. Магнитная стрелка всегда указывает на север. Покажите, по вашему пониманию, где у вас север. Правой рукой. Вытяните руку в сторону севера. То есть у всех компасы сориентированы правильно, да, в направлении севера. Понятно, да? Это, да. То есть северное направление. Юг, соответственно, где? Встаньте, север-юг, встаньте, север-юг, вот так повернитесь. Да, север-юг, понятно, да?
эти небольшие такие наши военные секреты, как это узнать по компасу, как определить сторону света в зависимости от времени, там, до 12, после 12 по часам. Это такие как бы азы, да? А вот современные ребята, которые, ну, в плену гаджетов находятся у нас, к сожалению, они немножечко с этим как бы... Теряются, да. Вот насколько это важно... Мы с нашим отрядом, когда выступаем на соревнованиях, да, у нас есть как раз вот топографические вот эти моменты, где мы и ориентируем, и расстояние по линейке определяем. Не все, конечно, это могут знать, но в пределах занятий, вот именно по ОБЖ, мы вот эти данные моменты проходим. Вот. Многие ребята интересуются, конечно, этим делом. Несмотря на то, что у них есть гаджеты, да, и... Ну да, да. Там всякие... Так они привыкли, конечно, маршруты выстраивать по телефону, то есть задал маршрут, все. Но в любой момент телефон может отказать, и не дай бог, где-то ты окажешься, а это всегда происходит когда-то. Да, для этого и существуют и вот такие выездные лагеря, да, и практические занятия, соревнования по топографии. И вот мы сейчас с ребятами как раз проходим данную практику, скажем так, соотношение сторон горизонта по компасу и по народным лесным приметам. С какой стороны мы зашли в лес? Откуда мы зашли в лес? Компас предназначен не для того, чтобы идти на север, а для того, чтобы идти прямо. А для того, чтобы идти прямо по выбранному направлению. Это понятно? Газы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Молодцы. Внимание. Головные уборы тут же надеть. Молодцы. Собственно говоря, практически как подразделение вы уложились в нормативы. А это занятие по РХБЗ – радиационно-химической и биологической защите. Одни из самых сложных, по крайней мере, на флоте. Но тем, кто прошел юнармейскую школу у настоящих экспертов, дальше в армии будет значительно легче. Ведь знания, полученные от офицеров, обладающих обширным прикладным опытом, на самом деле дорогого стоят. РХБЗ – любимый многим предмет, особенно в армии. Запоминающимся, самое главное. Да, да, да. Да. Это же форма поощрения, когда там кто-то бегает в 40-градусную жару. Я просто вспоминаю, у нас отличившиеся, скажем так, морские пехотинцы получали урок мудрости, так сказать, да, урок дисциплины, и он, как говорится, закреплялся через... Да, вот... Помогает, помогает, на самом деле. Да. Да. Ребята тоже знают это. Вот. Ну, я надеюсь, только пока понаслышке. Вот. РХБЗ – ответственный, очень нужный предмет, в котором надо очень много знать теории, очень много практических занятий. Вот для чего он нужен тому же самому современному школьнику? Элементарно. Дело в том, что сейчас, насколько вот уже сейчас известно по действиям на СВО, вот даже украинцы начали применять даже химические отравляющие вещества. Более того, постоянно грозят применением, пускай даже грязной, но атомной бомбы. Постоянно обстреливают нашу Запорожскую атомную электростанцию. Поэтому, по-любому, в общем-то, всегда надо ждать каких-то провокаций, которые могут привести к тому, что они будут применены, те или иные, ну, то или иное средство массового поражения. Так вот, поэтому надо как минимум, хотя бы знать, как действовать в той или иной ситуации. Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть. Вот, молодец, запомнила. Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть, газы. Вот сейчас они именно это хорошо и правильно воспринимают. Потому что когда станут взрослее, они немножко будут по-другому это воспринимать. Хотя, казалось бы, более осознанно. Но сейчас именно появились те навыки, когда им действительно может в жизни пригодиться. Хорошо, чтобы не пригодилось, но пригодиться сможет. Если они сейчас овладеют им легче будет потом действовать в той или иной ситуации. И обязательно правильно даже снимать. Почему-то на этот момент никогда не обращает внимания никто. Показывает норматив, вот так вот выполняется. И на этом все закончилось. О том, что надо правильно снять и при этом не заразиться, потому что ты прошел участок заражен, неважно, радиоактивный либо химически зараженный, ты можешь сам себя продолжать заражать. Поэтому он хоть и не имеет по времени, но обязательно, мне кажется, из-за этого надо ставить оценку, потому что именно правильность выполняющих действий ведет к выживанию. Свыше 200 школьников из более чем 10 юнармейских отрядов областного центра занимались тактикой, изучали особенности военного снаряжения современного бойца, учились оказывать первую помощь и осваивали на практике массу других полезных премудростей. Ну, в этой смене, что больше всего мне, так скажем, понравилось, это у нас есть такой предмет, как «Тактика-2». Она меня очень затронула, скажем так, тем, что был очень большой арсенал оружия, как вооружение, так и снаряжение наших бойцов.
Было очень интересно их потрогать, рассмотреть, как они собираются, разбираются, как их перезаряжать, потому что лично я в своей жизни не видела такого большого количества оружия, и для меня это было очень интересно. Я думаю, что людям из моего же отряда тоже было очень интересно. Запоминается все. То есть, ну, самое запоминающее – это тактика 1, где нам показывают, как правильно передвигаться, как солдат передвигает свою амуницию, их, как они вместе с этим бегают, как правильно стрелять. То есть, поза, позиция. Боевые двойки. Да, тоже вот. Преподавательский состав юноармейской смены, вот, который сейчас у нас происходит, это в основном руководители отрядов. Что у этих ребят за плечами? Кто преподает? Правильно. В основном здесь. Не в основном, а здесь только преподаватели школ, руководители юноармейских отрядов. В большей степени это офицеры запаса, которые имеют определенный боевой путь. И сейчас они весь свой боевой путь, свой опыт пытаются и не пытаются, даже передают детям. Угу. Вот. То есть это грамотные профессионалы, которые умеют работать с личным составом. Да. Умеют его замотивировать. Да. Умеют поставить задачу и добиться ее выполнения. Да. Что, да, в принципе, для современного педагогического, да, коллектива... Конечно, правильно и нужно. Немножечко давайте все-таки... Очень у нас такая радужная картина получается, да, что вот, да, приехали ребята, что все у нас тут хорошо, так далее, так далее. Неужели нет никаких проблем? Есть проблемы, к сожалению, проблем достаточно. И эти проблемы мы пытаемся решить именно своим способом, своими методами, именно руководители. Хотелось бы, конечно, чтобы нам... У нас, у юнармии, было то место, где мы могли спокойно применить свои навыки, применить свою учебную материальную базу, и чтобы дети могли спокойно, без каких-то запретов, учиться тому, что возможно в жизни им когда-то пригодится. Юнармейцам в Самарской области нужен свой какой-то, может быть... Абсолютно правильно. Нужен свой какой-то база, на котором мы можем спокойно проводить летний оздоровительный лагерь смен. Как видим, в безоблачном летнем отдыхе, который организован для юноармейцев в нашем регионе, есть, к сожалению, свои определенные нюансы. Но, надеемся, за основу будет взят опыт других регионов, где они успешно решены. Ведь от уровня и качества сегодняшней подготовки юноармейцев буквально завтра может зависеть очень многое. Воендрук продолжает рассказывать о секретах экстремальной медицины. Что такое минно-взрывная травма? Почему ее называют многофакторной? Какая первая помощь должна оказываться при ее получении? Слово Дарвину. Особенности есть при минно-взрывных травмах. То есть, угу, в чем они заключаются? Минно-взрывная травма – это многофакторная травма. Когда у человека под ногой взрывается заряд, на него действует и кинетическая энергия, и высокая температура, и высокоскоростная воздушная волна. Много факторов. Ну, плюс поражающие элементы. Ну, и сами осколки, конечно, и всякая вот эта вот разная ерунда. Поэтому получается, когда у человека вдоль ноги происходит вот это вот движение взрывной волны, происходит так называемое расслоение тканей. То есть твердые ткани, такие как кости, они могут, во-первых, ломаться, во-вторых, мягкие ткани от них отслаиваются. Появляются так называемые штаны, либо гольфы, их по-разному называют, штанины. Когда вот это вот, ну, вот будем считать, что это вот кожа, да, с мышечными соединениями, когда она отдельно от костей двигается. Происходит, если, например, травматическая ампутация, как здесь. Ну, вот этот муляж, который как раз показывает такую историю. То есть особенностью является то, что в первое время из культи кровотечения может вообще не быть. Это может быть 15-20 минут. Но потом это кровотечение может достаточно резко начаться. А в чем причина? Прижигает или что? Ну, во-первых, сами по себе вот эти вот воздействия самой вот этой вот высокой температуры и сдавливания, размозжения тканей действует. А во-вторых, в организме в большом количестве выделяются различные биологические внутри организма всякие жидкости, которые, ну там гормоны, например, которые вызывают местно там спазм сосудов и кровотечение некоторое не начинается. То есть, грубо говоря, организм пытается сам себя, да, как-то спасти. Да, да. Поэтому в любом случае накладывается жгут высоко и туго. Это, как правило, типовое место наложения жгута. Область, да. После того, как это сделано, проводится тампонада культи гемостатическими с бинтами. Ну, если гемостатических бинтов нет, обычными бинтами. После этого на культю наносится давящая повязка.
И вот для того, чтобы те так называемые штанины, либо гольфы, которые образовались, не накапливали кровь внутри, здесь производится такая умеренная, но обинтовывание ноги каким-нибудь эластичным бинтом, всю ногу, для того, чтобы кровь не вытекала вот в эти вот карманы и не накапливалась картина кровотечения. После того, как это сделано, турникет или жгут отсюда снимается и переносится непосредственно к месту поражения. Да, примерно в 10, на ширину ладони, в 10 сантиметрах от края, где произошла травматическая ампутация. И вот эта вот ситуация, когда здесь жгут, это вот единственная ситуация, когда на него можно наложить повязку. Потому что ее будут снимать только врачи. И поэтому, чтобы в процессе, кто-то там ее не сбросил, там, по разным причинам. Щек, аффекты, и так далее. Да. Вот примерно такая вот особенность. Ну и, соответственно, в любом случае, это шинирование, все истории с этим связаны. Ну, и мобилизация, и все дальше уже по алгоритму получается. Единственное, нужно учитывать, что при вот таких вот повреждениях минно-взрывных часто бывает отраженный перелом тазовых костей. И вот это вот тоже надо проверять. Ну и по позвоночнику может ударить, конечно, в зависимости от того, куда... От мощности взрывного заряда, Поэтому это все нужно шинировать. И все нужно шинировать, и получается потом уже, когда он приедет к месту основного лечения, там уже должны проверить врачи-специалисты, что там происходит в районе. Мы вот обо всем, о чем мы говорим, это мы говорим о том, на что мы можем воздействовать. То есть мы не рассказываем какие-то вещи, которые наши слушатели сделать не смогут, или там, например, боец не сможет сделать там, где вот он, если будет находиться на поле боя. Конечно, там рентген не сделаешь. И рентген не сделаешь, и мы там ограничены в средствах оказания медицинской помощи. Для того, чтобы овладеть наукой и побеждать, надо многое знать и еще больше уметь. Поэтому о навыках первой помощи и о многом другом мы обязательно расскажем вам в наших следующих выпусках. Мирного неба вам и всего самого наилучшего!